Начинающие предприниматели, на мой взгляд, вообще не должны брать кредиты. Вот вообще. Для начинающих предпринимателей способы финансирования friends, family, ну и fools, дураки, значит, друзья, родственники и дураки. То есть очень важно до поиска, до обнаружения своей бизнес-модели, до перехода в масштабирование не залезать ни в какие кредиты. Кредиты или такие так называемые лоунсы или бриджи, высокопроцентные кредиты можно брать и следует брать только тогда, когда ты обнаружил свою бизнес-модель и точно понимаешь, что дополнительное вливание средств приведет к масштабированию бизнеса и повышению прибыльности, а не к повышению убыточности. Очень важно.